Девчонки, всем привет! Давайте начнем с вами новый влог. Думаю, снимать, не снимать. Я сейчас подошла с дочкой к этому отделу, где все для ванной комнаты, для бани. И поняла, что будем снимать влог. Ну, мы уже как бы взяли, что нам нужно. Мы для дачи взяли мыльницу новую и стаканчик вот такой для щеток, для пасты. Было в разных цветах. Вот такой, это такой, как сказать, такой бежево-жемчужный. Прям так называется, подставка для зубных щеток. Вот такого цвета взяли. Ань, ты мне еще предлагала желтый. Покажи девочкам желтенький, принеси, пожалуйста. И мыльницу самую обычную. Вот Аня принесла, показывает. Желтенький такой лимонный. В деревне ванная комната, желтая плитка там. Ну, что-то вот так, на такой остановились. Так, сейчас вам покажу что-то интересненькое в Леруа. Мы находимся в Леруа Мерлен в Алтуфьево. И, в общем, вообще мое внимание привлекло такое мыло. Турецкое. Такое ароматное вообще. Сейчас вам покажу. Можно взять шелковое прикосновение. Оно вот это 100 грамм 113 рублей, а вот это 147. Так, папочка уже нас зовет. Забираем свои покупки. Здесь еще есть эфирные масла различные. Так, это у нас пачули, кедр. Всякие штуки для бани, соляные брикеты, какие-то вот такие запарочки в мешочках. Хвойная с маслом кедра, свежесть. Ну, а мы взяли, знаете, самый простой. По-моему, они по 25. Так, сейчас вам скажу. Сейчас. Мыльница 25 и подставка 25. Разные цвета. Знаете, подороже, но стеклянные что-то я не стала брать. А так красиво, конечно, все смотрится. Пойдем, котик. Тебе с рыбкой понравилось? Да, я девчонкам покажу с рыбкой. И тут вот рыбка, как капитан Нео, да? 300 рублей такая. Пошли, кошка. Короче, муж забраковал мою, мать, стаканчик, говорит, фигня полная. Мы сейчас с Анютой, с дочкой пришли в Ашан, девочки. Я таких пустых Ашанов не видела, наверное, никогда. Вон, Анюта, я тебя не вижу, как ты дайте покажешь. Идет. Да, 16, у нас постоянно какая-то игра. Что-нибудь придумывает. Сейчас, говорит, скажи девочкам, что как будто мне 16, и мы приехали. В общем, мы сейчас пойдем посмотрим с Анютой Косме. Я хочу посмотреть бальзамчик и гели. Нам нужна молочка и нам нужно что-то для стирки. Смотрите, как чисто. На часах 8 часов. Понарошку. Можно это сказать, да, Анют? Только не показывай. Только не показывай. Говорит, вот понарошку, ей 16 лет, и мы пришли в магазин. Очень люблю покупать в Ашане чай, принцесса. Я вообще зайдем, посмотрим, сколько стоит, какой есть ассортимент. Так. Во всех Ашанах разное расположение товаров, и я... О, вот это хочу попробовать. Давай попробуем, дочь. Ирочка хвалит такой кофе, а я возьму маленькую на пробу. Хвалит очень кофе, красная цена, ну, это как красная цена в Пятерке, так в Ашане это каждый день. Гранулированный. Ань, давай вот этот возьмем маленький, на пробу. Я на работу. Так, это любимый отдел. Что здесь интересного? Это Asian Ceylon. Это Earl Grey 87. Котик, не, мы не будем брать такой. На пробу. Какой-то красивый Berry. 134. Липтон. Голубые ягоды и лесные фрукты. Так, это зимний чернослив. Давай. Зеленый. Принцесса Ява, найди, доченька, где находится. Тоже вот Ахмат, очень люблю чай. Русская зеленая коробочка. Ньюби. Ой, 518. Достойный очень чай. Базилур. Масала чай. Пакетирован. Вот такой же, Анют, только в пакетиках. Вот этот, девочки, очень хороший чай. У него хороший состав. Жасмин. Называется нежный жасмин. Анют, найди. Здесь у нас что? Зеленый чай вот такой с лимоном. Ты так плохо фокусируешься. Так, молодец, клади в корзинку. Молодец, видишь, как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать, да? Прочти, пожалуйста, прочти. А это большая коробка. Какао у нас есть целая пачка дома. Короче, 55 рублей. А это что? 54. Смотри, какой краснодарский с мелиссой. Это тоже, наверное, очень вкусно. 54. Давай такой еще возьмем. Сейчас состав посмотрю. Состав очень хороший. Здесь зеленый чай.
Краснодарский, мелисса перечная, лимон, цедра, апельсина. Супер. Бери, Анюта. Положила в корзинку? Я уже положила. Так, сегодня он по 54 рубля, а так обычно 87. Красивая коробка Липтон Детокс. А это что такое? Get Fit. Форма от природы. Вот это хороший чай. Красная поляна делает, слушайте. Зеленый ароматизированный. Анюта, аккуратно. Целебный сбор. Чуть бальзамическим вкусом. А где состав? Тоже прикольно. Сколько он стоит? 112. Достойная такая упаковка. И так видно. Листовой зеленый чай. Он какой-то прикольный чай. Красиво как свернут. И вот такое как-то покупала чай. Черный чай с иван-чаем и ароматной малиной. Очень вкусный. Цена нормальная, потому что я брала подороже. А такой же с чабрецом, душистый чабрец, уже 91 рубль. Конечно, выбор чая очень большой. Вот эти вот... Что это такое? А, это эти капсулы теперь Starbucks Americano и эспрессо. Представляешь? Такие штуки Starbucks. Это уже стена, стеллаж с кофе. Ну, посмотри, сколько стоит. Очень много какао. Такой мы берем обычно золотой ярлык. И такой большой выбор цикория. Но у меня пока есть. У меня вот такой. У меня вот такой. По-моему, это московская кофейня на паях, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Где написано-то? Да, московская кофейня на паях. А вот какая баночка красивая. Цикорий. Очень красиво. В следующий раз я вот такую куплю. Отборный цикорий. Кошка, пошли в этот. Еще бывает цикорий растворимый. С шиповником. Наверное, это очень полезно. Сколько эта полезность стоит? Это не цикорий, это просто растворимый шиповник. А где состав? 1 грамм. Мам, вот такой чай стоит 33. Ну, давай возьмем. Что-то мне захотелось. Все тут пишут. Пишут тут какие-то вещи. Так, что у нас делает? Вылечение выносливости, выводит шлаки, нормализует кровообращение, повышает иммунитет и защищает от гриппа и простуд. Давай возьмем, попьем. Слушай, ну давай попробуем. Точно 35? Смотри, 33. Ячмень. Мне кажется, у нас в детстве у меня такой был. Вот этот. Меньше. Давай возьмем. Молодец, хороший выбор, правильный выбор, Ань. Только полезности. Идем вот сюда, дочь. Ага. Кондиционеры много посмотрим, чая. Подожди. Мам, только у меня напиток. Че, новинок, но они такие здоровые, 278. Поменьше нету. Какие-то гигантские банки. Бургер Кинг. Бургер Кинг? Ну давай, на выходе. Есть? И мы что-то прошли с тобой, даже не посмотрели, он работает, нет. Но цены здесь дороже, я в пятерке беру за 100. И норчик. Что-то нам нужно для уборки, Ань? Я бы босс. Вот, пойдем в следующий ряд. Мне босс нужен. Давай вот этот я возьму. Сохраняет цвет, бережет вещи. Так, нам надо как-то продукты на разделить от этого. Так, ну пока иду, можете цены вот так посмотреть. Мне тут ничего не надо. Котик, удобно тебе везти? Хочешь, я повезу? А, море всего. А, давай вон там для уборки. Подожди. Какая-то она огромная вообще. Сюда поворачивай, Анюта. У тебя одни мысли только про этот Бургер Кинг. Пойдем, голодный ребенок. Мы попали в наше любимое царство-государство. Сейчас хочу найти гели Косме. Котик, пойдем со мной. Ой, какие бархатные ручки. Мы, кстати, вот такой в пятерочке брали, по-моему, по 89, да, Анют? Пион, малина. Здесь мыло. Покажем, что мы купили. Ань, да у нас все видео будет только про твой этот Бургер Кинг кроху. Купили вот такие сушки. Ну, не купили, сейчас купим. Кроха цельнозерновые. Челночок муж у меня любит. Такой под порумяний. Что еще? Аня взяла рыбок. Конфеты ананасные. Этот шиповник. Это у нас ячмень. О, мне кажется, о, тут еще и инжир. Ой, какая прелесть. Какие красивые Амальфи. Бриз. Бриз Амальфи. Дайте-ка. Еще миндальный есть. И все, девчули, я пропала.
Пока-пока. До новых видеовстреч. Так, а Косме у нас по 99 я брала... Как он называется, вот этот вот? Ой, забыла-то. А, маффин, лимонный маффин. Это просто потрясающий аромат лимонного кекса. И кекса, и печеностью пахнет, и кексиком. Это что? Абрикосовый, не знаю что. В общем, выбор огромный ароматов. Вот этот мне еще понравился. По-моему, он называется карамелька. Анюта, мы нашли твой шампунь, ура! Это же шампунь? О, класс, давай смотреть. Знаешь, что это? Манго и ананас. Ну-ка, держи. Аня очень любит эти шампуни от Косме. Какие-то есть малышки здесь от кафе. Вообще, выбор, конечно, огромный. Пену для ванны хочу, вот эту. Но у нас воду горячую отключили. Мне она, кстати, очень нравится. Вот это от бабушки Агафьи. Анюта, бомбочки твои любимые, смотри. Здесь уже бомбочки и соль для ванны. Так, девчуль, я пойду знакомиться вот с этой линейкой от Palmolive и что-нибудь от Косме. Может, даже маффин этот повторю. Ну, расскажу вам обязательно. А? Блин, они такие дорогие. Миндальное масло и пион. А там что? Плохо вижу. Так, лемонграсс, кокосовое масло. Какую? Арбузину? Яблоко. Яблоко? Ну, бери. А вторую можно взять? Вообще все ароматы волшебные. Вот этот прикольно пахнет маршмеллоукой. Мирт и гибискус. Красивое оформление. Сладкая зима. Такой, знаете, сладкая корица. Очень вкусно. Понюхала опять эту маршмеллоуку. Думаю, ой, маршмеллоуку, маффин лимонный хочу взять сейчас. Еще послушаем вот этот аромат. Еще малиновый есть. Я думаю, это что-то вкуснющее. Это у нас уже эксфолиант. Видите, как скрабик. Есть такие, вот этот персиковый гамаш, абрикосовый гамаш и малиновый гамаш. Боже мой, боже мой. Это кошмар. Просто ужас. Я не могу определиться. Такой выбор вкуснючих всяких штук. Мамочки. Видите, как красиво. У меня все уши прожужжало. Сейчас заказали. Ждем заказ. Взяла картошку фри, вон аж C47, взяла наггетсы, кофеек, я люблю американо с молоком. В последнее время именно американо с молоком, раньше капучино предпочитала. И напиток. В общем, готовится пока. Сейчас это новая реальность, вот такой перекрытый столики. Привык, чего? Привык не на время, что написано? А, прикрыли на время. Понятно, для безопасности. Вообще такая грустная картина, все закрыто. Тут вот кафешка, кстати, так и людям нравилась, тут миленько. Там картошка-крошка была. Пусто, тихо. Как-то грустно. Вообще такое. Ой. Так, карри. Что продают в карри? Мне, кстати, мама дарила так Анюте вещички, симпатичные такие карри. Но это, получается, обувь. Да, что еще бывает, одежда? У меня поблизости просто нет, поэтому я не особо знаю. Карим. Так, там KFC открыт, какое-то вьетнамское кафе. На часах у нас 9, а мы будем в фастфуде. Ну, иногда охота, знаете, так. Пока мой заказ не готов, я вам потом покажу покупки. Думаю, что да, разберем вместе сумочку. Из Косме взяла 2 геля, взяла лимонный маффин и взяла... Нежная зима. Нежная зима, что такое? Аромат яблока печеного с корицей. Вообще бесподобный аромат. Еще хотела взять карамельку, но выложила. Думаю, Таня, все, куча разум, куда столько ели. В следующий раз, наверное, возьму конфетку. Так, пойду проверю, готов или нет. Фри. Все, ты довольна? Ну. Очки немножко вам вечернего. Чего? Вечер, в общем, у нас. Ашан, там вот гудит МКАД, шумит, и мы сейчас по нему поедем домой. Уже дома, покажу вам наши покупочки. Счастливые дети, это сахарная вата, дочка попросила. Взяли крекеры вот такие, рыбки. Так, решила попробовать сушки крохоть цельнозерновые, здоровый образ жизни. Ну, на вид они такие прям аппетитненькие. Потом взяли традиционные, берем вот такие вот, у меня может быть чесночок. Именно вот эти, Осби.
У них и хороший состав, и они вкусные. Что тут у нас еще? Это я на работу. Вот этот кофе растворимый. И взяла краснодарский чай зеленый с мелиссой. И там должен быть где-то принцесса Ява, нежный жасмин. Очень хороший состав. Здесь исключительно зеленый чай и лепестки жасмина. Вот. Дочка попросила вот эти конфеты. Это у нас славянка. Обошлись они нам в 63 рубля. Да, 320, почти 324 рубля за килограмм. Ну, по-моему, они такие вафельные. В общем, попробуем сейчас с чаем. Из косметики, девчули, вот этот взяла. Замечательный аромат. Нежность. По-моему, называется нежность. Зимняя нежность. Это аромат печеного яблока с корицей. Просто такой жизнерадостный аромат. Нежный, приятный, сладкий. И вообще корица дарит хорошее настроение. Вот я понюхала, попробовала, все, уже без него я не ушла. И второй такой у меня был уже. Сейчас стоит в ванной комнате, когда буду снимать обзор ухода. Все хочу снять. Там уже, знаете, у меня на донышке. Это лимонный маффин. Это просто потрясающее сочетание. Вот прям, знаете, такого сочного маффина, пропитанного лимонным сиропом. Здесь чувствуется и аромат вот печёности, и аромат цитрусовых. Из такого необычного... Ой, стоять! Решила вот такую штуку купить. Шиповник растворимый, 100% натуральный в составе. Там только вот написано «экстракт шиповника». Ну, попробую. Так, дочка попросила вот этот шарик. Вот такой вот для ванной. Воду дадут, будет купаться. Ну и там простое. Простоквашино, кефир. Так, молоко. Босс вот этот вот взяла. Нравится мне. И... творог, обыкновенный самый хлеб. Так что, а вот это еще из необычного, знаете, такая вот, кого-то из девчонок смотрела, именно вот настой ячмень настаивают, и как противовоспалительное средство, противовирусный препарат его используют. В общем, такой телохранитель, воспрянуть духом, эффективно противостоять внешней агрессии, выводит токсины и лишний холестерин. Ячмень – чемпион по содержанию фосфора, микроэлемента, играющий важнейшую роль в полноценном обмене веществ. Вот, видите, какой он полезный. Ну, попробую, девчули. В общем, как-то мне заинтересовал этот злаковый напиток растворимый, русский продукт производит. Просто вот ячмень 100 грамм без кофеина. Такое спонтанное получилось видео. Надеюсь, оно было для вас интересным. Я так классно провела время. Знаете, в основном хожу в пятерочку. В Ашан мы стали ездить редко, потому что достаточно выгодно стало покупать просто в магазинах поблизости. В принципе, меня устраивает пятерочка. Устраивает, очень нравится магазин Спар. Там хорошие овощи, там хорошая мясная продукция. Но иногда с удовольствием, знаете, вот порыться в каких-то вот специальных таких косметических штуках в Ашане. И, конечно, вот не везде продается принцесса Ява. Я очень ее люблю. Жаль, что маленький выбор. Только был вот такой нежный жасмин. Еще была каркаде, по-моему, с ягодами. Но у нас пока есть. Вот. Вот, в принципе, и все. Ладно, девчоночки, пока-пока. До новых видео встреч. Увидимся скоро.